Вопрос организации летнего отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья обсудили сегодня в Якутске. Благотворительный фонд «Харыскал» проводит такую работу в рамках школы «Ласточка» на протяжении 5 лет. За этот период организовали 18 смен, школу посетили более 400 детей. Отметили, что в вопросе социализации и адаптации семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, важна работа специалистов с родителями. Уникальность этого проекта заключается в том, что помощь получает не только ребенок с инвалидностью, а все члены его семьи. Потому что если в семье рождается ребенок с инвалидностью, в первую очередь большую такую стрессовую такую ситуацию, травму получают родители. И им нужна в первую очередь помощь со стороны психологов, социальных работников.